Сейчас Михаил сидит за решеткой в отделении полиции. Кажется, даже не раскаивается в содеянном. Совсем недавно вместе с сообщниками он обманул доверчивую пенсионерку на 300 тысяч рублей. Женщине позвонили мошенники и представились ее детьми. Маму, я сделал аварию и сбил женщину. Она в плохом состоянии находится. Вот она. Надо, говорит, деньги. Я договорился с адвокатом. С пенсионеркой разговаривали двое мошенников. Один представился сыном, а вторая дочерью. Они убедили женщину, что для того, чтобы спасти сына от тюрьмы, нужно срочно передать деньги адвокату, который уже стоит в подъезде. Познакомился в интернете с людьми. Потом созвонили, они мне позвонили, сказали, что тебя съездят туда-туда. Это можно будет ждать, просто передать деньги и все. Женщина отдала мошенникам 300 тысяч рублей, которые копила на лечение. Опомнилась пенсионерка только через несколько минут после ухода Михаила, когда заметила, что он не оставил расписку о получении денег. Тогда она уже сама позвонила дочери. Я сейчас же тоже разворачиваюсь и звоню ей. Угу. Она дома. Я говорю, ты где? Дома. Она сразу, что случилось, мама? Потому что она все время, и говорят дети все мне, мам, никому не открывай, мам, никому не отвечай. Ни на телефон, ничего. А меня как подмыло. Жертвами мошенников становятся пенсионеры, которые проживают одни. Как правило, аферисты представляются близкими родственниками, запугивают, просят крупную сумму денег и очень торопятся, чтобы человек не успел опомниться. Если вам позвонили с незнакомого номера, представились родственникам или знакомым и просят срочно перевести деньги, скорее всего, это мошенники. Перезвоните своим родным, чтобы убедиться, что все в порядке.